Сегодня правительство Чувашии пересмотрело бюджет на 2014 год. Его вновь предложено скорректировать в сторону увеличения. Это, скорее всего, последнее изменение финансового документа в текущем году. Цифры и подробности в нашем сюжете. Согласно законопроекту, предлагаемому Минфином республики, доходы республиканской казны на 2013 год должны вырасти на 18 с лишним процентов против запланированных и составить почти 35,5 миллиардов рублей. Увеличение в основном за счет безвозмездных поступлений. Большая часть пойдет на зарплату работникам образования с учетом ее повышения. Предусмотрены и другие расходы. Также за счет средств федерального бюджета дополнительные средства предусматриваются на поддержку сельского хозяйства – 132,9 миллионов рублей. В том числе на возмещение части процентных ставок по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства – 41,7 миллионов рублей и развитие животноводства – 60 миллионов рублей дополнительно. Также республикой дополнительно в текущем году будет получено 41,4 миллионов рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Общая сумма составит в текущем году 807,9 миллионов рублей. 31,6 миллионов дополнительно выделено на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, из которых 20,5 миллионов рублей на оснащение оборудованием дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста. Ну и ряд других направлений, которые получили дополнительную поддержку. Члены правительства обсудили также вопросы перераспределения средств, выделенных из федерального бюджета на строительство социальных объектов, в частности детских садов. В настоящее время в республике несколько таких садиков-долгостроев. И Михаил Игнатьев призвал глав муниципалитетов активнее и жестче работать с подрядчиками, чтобы максимально приблизить сроки сдачи объектов. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.